Всем привет, Вася, с вами Жач. Короче, я тут недавно по телеку наткнулся на одну передачу, Вася, где наши политики перетирали насчет этих выборов депутатов в местные советы. Вот. Значит, что я вам хочу сказать? Не слушайте телек, Вася, слушайте меня. Значит, смотрите, почему, Вася, вот, выбирают этих местных депутатов и почему выборы осенью? Значит, объясняю, тут все просто, Вася. Значит, осень холодает, Вася, и просто многие выбирают себе места, где потеплее. Вот. Дальше. Кого надо выбирать в народные депутаты? Значит, во-первых, депутата Вася этого местного должны знать все. Вот у нас, допустим, Любку, Вася, пол района знает. Причем так, близко. А главное, что с Любкой можно договориться. Вот. Ну и что, что проститутка, Вася? Зато не политическая. Дальше. Критерии отбора в депутаты должны быть очень простые. Значит, смог отобрать мобилу и лопатник, Вася? Все, отбор в депутаты ты прошел. Что он потом, землю, Вася, не сможет отобрать или что? Вот. А сейчас еще это, как ее... Какая дегенерация, Вася? Какой децл, о, децентрализация. О, я считаю так, Вася. Если ты смог выговорить это слово, Вася, значит, ты абсолютно трезвый, Вася. А самое главное, здоровый политик, Вася. И тебе можно доверять. Дальше, ковыляем дальше. Значит, что еще? Депутат, Вася, политик, должен нести радость людям. Понимаете? Радость. Вот, допустим, вышел депутат этот в одной майке и в трусах на трибуну, Вася. Повеселил народ. И уже, Вася, не важно, что он говорил о повышенных тарифах. Вот. В депутаты, Вася, должны идти профессионалы. Значит, смотрите, если человек занимался валютой, Вася, пусть занимается озеленением и дальше. Дальше. Если вставлял хаты, Вася, будет глава комиссии по вопросам ЖКХ, Вася. Вот. У меня вот мой друг Колян, Вася, так он вот специалист по вопросам, что творится за гаражами и что делается в лифтах. Ну, сам не раз делал, да. Значит, прежде чем выбирать, вы определитесь, Вася, что вы хотите, чтобы у вас поменялось на районе, Вася. Если хотите, чтобы были красивые лавочки, Вася, ну, что, тут выбирайте столер. Если хотите, чтобы район освещался, Вася, выбирайте электрик. А если вы хотите, чтобы у вас на районе были красивые лавочки, Вася, чтобы район засветился огнями, Вася, на детской площадке, чтобы были красивые качели, а на лицах родителей, Вася, улыбка и радость, то тут, Вася, без вариантов. Выбирайте наркомана, Вася. Вот. Конечно, особое внимание проблемным районам. Там надо выбирать самых проблемных, тогда проблем на районе станет меньше, потому что они будут создавать проблемы у себя в кабинетах, а это уже их проблемы. Дальше. Если вы не знаете, кого выбрать, за кого голосовать, идите к участковому, он все, Вася, про всех знает. Если не знает участковый, знает психиатр. Вот. Значит, и в заключение. Ну, это образно я так говорю. Вы меня сейчас внимательно слушаете. Значит, а теперь запомните, Вася, и своим детям расскажите, что таких персонажей, про которых я вам сейчас рассказал, ни в коем случае в депутаты, Вася, выбирать нельзя, Вася. А то мы понавыбирали себе в Верховную Раду себе подобных, Вася. А они теперь сидят там и быкуют, Вася. Так что аж смотреть стыдно. С вами был Жека. Выбирайте четко и не косячьте, Вася. Пока.